планка. Не знаю, что все так жестко-то. Может, в паблике играть? Да, норм. Да, весело было. Мы умерли не моментально, это уже успех. Там было три отряда, которые сдохли перед нами. Ну ладно, два. Очередной раз, кстати, тот, что отряд, что нас убил, он сверху спрыгнул, они все это время там чилили, инфосотка. Ну как чилили, они там с кем-то воевали, воевали, а потом, типа, закончили воевать. На моем языке это все еще называется пидорасы. Пьем чай. Все просто. Проберт, калчер. Какой калчер? Ну, типа, на языке... Вон, хотя, если переводить, что он какая смысл? Бёрд калчер. Типа, бёрд. Чин. Это из-за Рика и Морти. А. Блядь. Не, все равно это ничего не говорит. Я не могу ничего интересного вспомнить. То есть там птичья личность, вся хуйня, но типа... Бёрдман, который... Забей, потом скинуть. Да. Еще здесь два отряда? Да, нет, здесь всего один отряд, воу. То есть они нас пойдут наказывать. Таранки? Да. А те сюда летят? Нас... Да. Я на первом. Третий. Почему ты ближайший ящик не открываешь? Два, сука, прицела. Ни одного оружия на первом этаже нет. А нет, есть. Вот. Здесь разведчик G7. Патрики на нем. Это тоже неплохо. Держался то, что у него нет оружия. Бывает, у меня есть фиолетовая броня. Чего здесь? Да, здесь есть. У тебя был прицел? Где ты прицел спиздил, блин? Дал бы мне, я бы сейчас уже стрелял. У меня есть прицел, да, точка вот такая хуйня. Да, я же как дрему уже пойду возьму X3. Я уж пометил себе. Да, X3 по пиздачке, так, наверное. Бля, тут еще дома лежит. Типа вот брать, не брать. У меня вольт есть с патронами. Пушит меня! Не разгадаешь величайшие тайны вселенной. Так, иду искать, не вижу. По жести пушит. Один, по крайней мере. Дал на 30. Белая броня. Еще здесь на мостике. Оба телепортируются. Рывал шва по кушке. Она в здании где-то. Нет, она на здании. Они сильно распрятились, давайте убивать Рыву. А, тут еще возле меня. У меня здесь звуки в упор. Здесь, которого можно стейк ёбнуть, блять. Мясо, по мясу уже. Лайфу смокнул. Хорошо, мы одну ног на мяч. Хорошо. У меня тоже на мясе. На мясе. Подфандер здесь. Я по короче подфандер пишу. Рыва минус. Он внизу, да. Там есть какие-нибудь хорошие? Белые. Здесь вот такое еще есть. Так, а что ты не собрал фотку? О, у меня есть фотка. С самого старта есть прям. Че по кайфу. Ремонтирую себя. Вот что ты так раздаешь. Он надо мной щел! Да, так и есть. Рейва проколенная пизда. Пиздец прям ей. Рыва минус. Актейн минус. О, нормально ему в голову слушать. Все летят уже. Блять, пиздец, дайте пизды. Дал пизделей, еще пизделей. Молодец. Ёбаные 30-30. Посидки. Блин, тут у него был золотой этот, можно было поднять его с хилом. Тека есть. Ну да, мы не могли знать об этом. У нас еще. Тебе аптеку скинуть большую? Есть. У меня есть и что, три.
Ну, тогда можно. Если синка надо, кому вот такая тема есть. Два скада. 3х, я думаю, лучше будет. Только я сами. Аптека? Вот, аптека. Ты хотел аптеку? Да, съел. Спасибо. Посранник. Кого-нибудь подкинуть? Здесь затворник дробовика. Третьего уровня. Очень много патронов на разведчик, надо с него стрелять. Так, а теперь нужно понимание. Это пидорасы с садов пришли или что? Отсюда. Они-то снизу были. То есть на садах сквад еще один есть. Я следов не видел. Справа. Хз, надо чек, что надо. Очередная мягкая посадка. А, это же два сквада было. Один получается отсюда, второй с сада пришел разведчик. Не-не, снизу пришли чего. Не умер, сады нет, они просто вниз. С садов могли вот здесь вот прокатить. Блин, куда мне там надо? Там дроп какой-то упал на садах. Он не подсвечен. Лайфлайновский, наверное. Как опрометчивость. Да, это с садов они приходили, они просто с левой стороны для них прошли и чувствовали себя замечательно. Слушай, там дроп спереди, который не был подсвечен. Лайфлайновский, красотка. Окей. Кстати, вот в этой точке можно прыгнуть вот отсюда буквально с деревьев, вот тут вот. Если поставить батут Октейна, можно пропрыгать здесь вот через пропасть. И сломать кому-то мозг в ранкеде. Юпи-дупи, понял вас. Где дроп тупи? Тебя, может, проглючил? Да нет, может, они хуйню резко кто-то вызвал, типа, так чисто рофлов. Вижу. Смотри-ка, кто-то хулиганит стоит. Угу. Мне поджать их или... Они расплечены, они расплечены. Пусть дев дойдет окей, до выхода. И начинаем ебать дев к тебе сразу в гости. Будет интересно. Надо стрелять. Horizon почти нет. Без брони. А, это Влад с той стороны заходит. Все, я понял, блять, я дебил. Да, давай, Влад. Ты наш спаситель, да, вот здесь чел. Да, вижу. Лайфа без брони. Дэв, дал пушку наверх. Лайфа ног. Не такая лайфа, пизда, блядь. Вот сзади, 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 вот здесь. Без брони. Без жизненных сил. У него там 20 хп осталось, ресурс. Я очень далеко. Бладхаундер. Не, как он далеко, вот он, на нахуй. Хорошо. Ну, килл лидер. Разведчик — мерзкое оружие. Так, я сейчас к вам на машине приеду, не обосрись. Я просто хочу верить, чтобы потом можно было оттуда уйти быстро. Перезаряжающий. Я тебе потратил всего 30 патронов. Разведчик, типа. Да. Что-нибудь интересное у них есть? Ну, я собрал уже все интересное. Есть синтетик. Да, вот это очень неплохо из своего времени. Энергетику ставим еще нужно. Да, там есть вот в этом. Да, есть, я подоставил там столько. Зон. Щитец взял. А вот Кузнец, куда их, кстати, в сады, что ли, обратно? Ну да, можно, мы знаем, что там безопасно. Туда налево можно или здесь, ну, вот да, какие баклаки. Безопасно было вернуться назад, но похуй, погнали. Да. Самые баклаки все нормально. Мы считаем, что это паблик. Делаем хуя. Я выпрыгиваю. Чё-то никого не видно. Не да. Знаю, я бы отсюда пришел. Да, наверное, уже надо пешкодрабу идти. Причем идти направо, наверное, а не налево. Слева мы всегда пизды получаем. Там не ултана даже налево. Дохиляйтесь, пожалуйста. Тебе нужно ультана. Глобально. Восстанавливаюсь. Будьте добры, тащите свои седалища в кольцо. Я. Нет, нет, не утащите. Ой, я могу скинуть пару башню. Аптека, аптека именно. Не, аптека есть много. Один шприц взял. Да, шприц. У меня у самого типа две штуки. А, ну есть еще аптека большая, могу одну скинуть. Нет, у меня аптека дофига. Окей. Шприц надо было.
шприц скинул, у меня еще два. Щенка, кто где? Тем не менее, воины идут какие-то. Не слышу как-то. Последняя давно была уже. Знаете, вот килфит вроде видит. Ты куда? Ну ладно. Че, скан ебанусь? Полезная очень тема. Да, сканы надо. Блять, его никнейм подсветился так по-ебаному, и мне показало, как будто здесь наверх уже добежит. Деф, надо с камень сдать. В ту сторону. Уже там челик крутается. А, тогда не надо. Не давай, не давай. На крышу он лезет. Че, подожди, пока на крышу залезет и про даже мажем его, или того, а второй лутается. Да. Бей, потому что давайте на крышу удобнее. Лучше крыша, потому что я туда уже иду. Сейчас он как раз подойдет лутаться и... Ебать, я сразу с этого получил в голову, нахуй. С длинного лука. Вот отсюда. Все на крыше, все на крыше уже они. Понятно, не надо, не надо, Лёв, отступи, пожалуйста. Просто держу его. Они уже все их уже нету на крыше, они уже все поспрыгивали куда-то. Значит, они будут здесь с моей стороны выходить. Хуй знает. Но ты там один сейчас, не надо там стоять одному, Лёва. Отступи, пожалуйста, блин, блять. А что мы там будем делать сверху? То есть, типа... Вернемся хотя бы, блять, я тебе зью прокину, если что. Просто если в тебя сейчас одновременно трое влезят, мы нихуя закончится. Не сделаем. Объективно. Ровным счетом нихуя. Какие бы мы охуевшие снайперы не были. Но просто сейчас на выстрел могут сбежаться, если нас начнут ебать со спины, то будет плохо. Я даже не снайпер. Под нами чего? Угу. Размечаю окружение. Вот теперь уже 100%. Внимание, кольцо сужается. Да, чуть никого нет. Но топы не были. Может, мы и... Бывали. Все перезаряжено. Маслом смазано. К нам летят припасы. А справа кто-то смотрит подъем? Никого нет там, я посмотрел. Я смотрел, потом, когда круг пошел, я уже типа забил. Они как-то очень быстро подретировались. Но они сейчас будут ждать, наверное, на сокращение круга. Но у нас тут вроде вверх остается. Да. С вот чего сюда спрыгнем? Сейчас под нами нижние, если они там есть вообще. У нас нормально так остается. Третий раунд. Начинаю отсчет кольца. Но у них там круга нету. Я сейчас вот сюда вниз немножко спущусь на уровень и гляну. Одним глазочком так. Нет. Если бы они тут были, они бы уже типа что-то делали. Или сидели бы. Плюс щиты опять же, наверное, блять. Тикнул таки. Я думаю, щит было бы слышно. Там, блять, война пиздец с Гибралтаром. Да, что, можем поехать, конечно, на эти пидорасы. Ну да. Вернулись эти ребята. Да, они на крыше. О, они косы, пиздец. Но тем не менее, это не помешало им дать мне пиздюлей больно. По мне ни разу не попали почти. Надо уходить, ребят. Что они думаете? Ушли налево. Сейчас, наверное, здесь где-то будут. Перехватывают нас, скорее всего. Что это было? По-моему, здесь все-таки в туннеле кто-то сидит. Вижу их. Которые эти... Крышники, да? Да. Не просто уваливают. Нам тоже надо. Прямое попадание. Если мы хотим что-то в этой игре. Пацаны, хорош стрелять. Я их пока я их прокалываю. А смысл? Они на войну идут. Смысл, что на них сейчас второй отряд влетит. Вот смысл. Все, они влетели, на них налетел второй отряд. Я ухожу. Окей. Там как раз отряд Гиббуса. Крайдер. Скину Вальтески и Патрик кину.
Я только хаос там. Те же есть у кого запасные? Найн. Ох, зимой. Погнали подсасываться. Внизу, 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 внизу. О, здрасте, ребят! А кто нашел наверх? Мясо. Минус. Проколол. Еще второй. Внизу еще чего. Еще один отряд там. Там еще один отряд. На, в ножку, блядь! Так, я в округе посмотрю. Да, справа смотри, чтоб не ёбнули. Там еще гиба бегает. Гибус-пибус? Mm-hmm. Тикается. Не, чисто показывает яйки. Ты ему отстрелил одну. Нет, еще отстрелил второе. Кому-то второму. Да они все еще внизу. Ты их слышишь, да, там, типа? Да. Ну, у меня звезда есть, теория. Идет, идет, идет. Дал 120. Че, думаешь, нет, а не будем въебываться на них? Там еще. Блин, зря я ушел, потому что сейчас они пойдут с этой стороны. Не торопись. А ты спустился, что ли? Я спустился, да. Я сейчас... Ты поджимаю другой F1 отряд, там, или это ты? Нет, 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 это другой, другой отряд, поджал. Вернись, наверное. Один пилот. Мы один на один остались. Еще один отряд, внутри, деф, внизу. Деф, надо брать это. Ок. Хорош. Гиба здесь. Давай его запинаем, 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 запинаем его нахуй. Давай. Хорош. Но они тут засели не в тему, конечно. Зря крабер взял, вообще никуда не попадал. Да нет, три раза попал. Ну это, блять, хуйня. Потом. Слушай, тогда, провал. Когда они уходили за угол хиляться, это очень неплохо было. Запинай его, запинай. Вы запинали его так? Да, конечно.